Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Буква «л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Склонны проявлять сдержанность и могут быть застенчивыми. В тех именах, в которых встречается гласная буква «а», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости. Но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. В основном они являются авторитетными личностями, нередко занимают руководящие должности. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Представители этого имени решительны и могут с успехом руководить крупными предприятиями и большим количеством людей. Владелец этого имени должен бороться со своими недостатками и дать возможность проявиться своим многочисленным достоинствам, таким как умение руководить большими коллективами, ясный ум, деловое чутье. Им стоит не так рьяно бороться за власть и несколько умерять желание взять все и вся под свой контроль. Символом этого имени является планета Сатурн. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.